С вами Бивуак Араб ТВ в русском исполнении. Олег, скажите, пожалуйста, как вам здесь живется? Как вам здесь тусуется? Тусуется нам тут очень хорошо, но не просто. Не просто. Сегодня был длинный день, но одно утешает, что было очень быстрым. Потому, вот смотрите, какая история. Мы стартовали одними, ну, в головке канала, а в сухом остатке. Сейчас 5:30 уже смеркается, и мы только приехали. Соответственно, те, кто подальше, им будет сегодня, наверное, непросто. Про навигацию. Как вам пустыня? Как навигация? Сегодня было очень классно. Дюны такие невысокие, в принципе, ну, не считая вот той одной, где была точка, и то так ни о чем. Классно, но очень много дорожек на этих плато, потому очень большое внимание к курсу. И скорость, ну, очень часто максималка. У нас она, может, не очень большая, в отличие от вас. Алексей, у вас наверняка машина едет сильно быстрее. Кстати, а какая у вас была скорость? Сегодня 190. Ну, так более-менее нормально ехали, 175-185, больше не запрыгивали. Докладываю, дорогие наши телезрители, наша максимальная скорость сегодня составила в одном месте аж 173 км в час. Это максималка. Быстрее наша машина не разгоняется, даже с попутным ветром. Странно, ну, наверное, что-то нужно подкрутить. Да, возможно. Не, ну это правда. Понятно. Что бы еще такого спросить? А чем вы питаетесь во время гонки? Значит, у нас есть... Очень близкая там команда, очень дружественная. Это МСК Рейсинг. Вот. И они нас таким по-братски с утра подкармливают кашками, вареными яичками и вот всякими вкусняшками. А так, конечно же, мы питаемся у наших в родном X-Raid, приезжаем и ужинаем. И все. Все как положено. Не лепешки с маслом, и не пойми, с чем там, с сыром каким-то, а по-человечески, нормально, русская. Мистер Герд очень вкусно готовит, потому все у нас неплохо. Отлично, спасибо. Как говорится, шукран бекум. А я должен как сказать в обратную сторону? Латышки, наверное. Балдес.